1936. Эрл Таппер сумел очистить пластические массы от шлаков и получить новый материал, названный им Poly-T. В 1938 он создает собственную фирму Эрл С. Таппер Company. В 1913 году американская компания Ford стала первым автомобилестроительным предприятием, на котором была внедрена конвейерная сборка. К концу 2013 года Ford Motor производил половину всех автомобилей в США. В 1945 году Эрл Таппер получает патент на крышку с герметичным замком для пластикового контейнера. В 1946 переименовывает компанию в Таппер. В 1932 году Ford Motor Company стала первой компанией, которая произвела монолитный восьмицилиндровый блок. В 1951 году Брауни Вайс убеждает Эрла Таппера отказаться от продаж через торговую сеть и перейти к технике прямых продаж от дома к дому. 1954 год. Брауни Вайс стала первой женщиной, появившейся на обложке известного делового журнала Business Week. В 1946 году Генри Форд был удостоен почетной премии за заслуги перед автопромышленностью и золотой медалью за заслуги перед обществом. Автомобиль Ford T «Железная Лизи» стал победителем в номинации «Автомобиль века». В России первый дистрибьюторный центр Таппер был открыт в 1997 году в Санкт-Петербурге. 2001 год. Открыт первый центр в Украине. 2003 в Казахстане. 1996 год. После 6 лет коммерческой деятельности Ford открывает в Москве торговое представительство и первый дилерский центр. В 1997 году состоялась мировая премьера автомобиля Ford Focus. 2008. Компания Таппер отметила свой 60-летний юбилей. В 2003 году компания Ford отметила свой 100-летний юбилей. Таппер Brands Corporation 47 раз награждалась Red Dot Design Awards, авторитетной наградой в области дизайна, присуждаемой Европейским центром дизайна Земли. 1964 год. Появился самый культовый автомобиль нового света Ford Mustang. 2008 компания Таппер СНГ ежегодный победитель премии «Товар года». Ford стал российским лидером по продажам автомобилей среди иностранных брендов. В 2009 году Таппер Brands Corporation вошла в список самых крупных компаний по версии бизнес-издания Forbes Platinum 400 и заняла второе место в рейтинге «Самые уважаемые компании мира» согласно авторитетному журналу Fortune. Ford Motor на данный момент имеет представительство в 30 странах, ежегодно производится более 70 популярных моделей этой марки. Сегодня Ford Motor занимает четвертое место в мире по объему выпущенной продукции за весь период своего существования. В 2011 году количество консультантов Таппер по всему миру превысило 2 миллиона 700 тысяч человек.